короче, получается, давайте так, засали, засали, раз. Привет всем, ребят, сегодня у нас небольшое превью. Сегодня к нам приехали ребята и хотят забрать сразу три автомобиля. Это, по сути, будем считать опт, поэтому будем по цене договариваться. И, естественно, на опте мы скинем. Цены у нас рыночные, ну и тачки у нас крутые. Есть нюансы, есть недочеты, определенные нашим сотрудникам. Вот автомобиль недомыт и недозаправлен. Ребята нам уже сделали замечание. Ну, ничего. Это все машины такие? Да, это мы учтем и в следующий раз подготовимся лучше. Мы скинем на это вам, ребята, скинем. Как говорится, ничего личного, бизнес. Смотрите, машинки в целом, машинки неплохие. То, что было заявлено, так и остается. То, что мы вам все сказали, все соответствует регламенту. Если все понравится, переговорим сейчас еще за денежку и, надеюсь, пожмем руки. Фабия 10-й год, 1.4, хозяйская машина с хорошим светом, с хорошим кузовом, всего лишь одна деталь крашена, хозяйская тачка, очень классная. Альмера 7-й год, 1.6 бензин, тоже, в принципе, неплохая. Там есть подкрасы, ребята, мы это все озвучивали. И Лачетти в очень хорошем состоянии. Явно этот автомобиль не был в такси. Тоже есть подкрасы, естественно. Но на таких автомобилях это неудивительно. Мы все сказали, все по-честному. Наша задача нашего канала — завоевать сердца людей. Поэтому будем двигаться в сторону репутации. Есть недочеты с недолитым бензином. Лампочка горит, это недопустимо. Также грязные автомобили, но прошел вчера дождь, и мы, к сожалению, не успели сегодня организоваться. Ребята рано приехали с другой области, поэтому, естественно, мы хотели подготовить все грамотно, в том плане, чтобы ребята просто так не ездили, сказали все полностью, от А до Я, все нюансы, все проблемы, плюсы, минусы. Ну что, надеюсь, у нас сегодня будет сделка, смотрим дальше. Ребята попросили проверить один автомобиль нашим прибором. Мы его сейчас сделаем и покажем чуть-чуть, чем мы пользуемся. Сейчас он определит. Я думаю, что он его определит автоматически. Нет, не определил. Есть, определил. Смотрим. Здесь все круто показано. Здесь указаны все блоки управления в виде схемы. Читает очень быстро. Он русифицирован. Есть одна ошибка. Но мы его проверяли. В принципе, критики там не должно быть. Возможно, это разрядка аккумулятора, какие-то электромоменты. Ну, все сейчас честно покажем. Все. Читает сейчас трансмиссию, блок трансмиссии, долго читает, а его потому что нет здесь. Тех блоков, которых нет, они высвечиваются серым цветом, и их почему-то долго читает. АБС здесь тоже не должно. Ну не, АБС есть. АБС есть. Но это заряжено, это хорошая Шкода. Это одна из лучших машин, которые у нас сейчас есть. Из этих трех это самый лучший автомобиль. Ждем. Я пока переключу, мы посмотрим, что это. Электроника двигателя, центральная электроника системы электрооборудования. Как я и говорил, только по электрике могут быть какие-то вопросы. Мы можем сбросить, но, скорее всего, они потом появятся. Мы, в принципе, для своих клиентов ничего не скрываем. Если они просят проверить, мы проверяем. Мы же говорим, у нас для этого есть все средства.
На удивление, что старые машины считывают дольше, а новые машины читают быстрее. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с шиной, с пропускной способностью. То есть серые блоки, это их нет. Красные выделены ошибки, зеленые блоки, все хорошо. Синим показывается, что блок проверен. То есть здесь это схема в виде диаграммы, здесь именно все блоки. Сейчас уже добиваем. Можем отчет скинуть на почту, в принципе, как удобно. Также у нас есть еще прибор проверки аккумуляторов, но сегодня, наверное, мы не будем им пользоваться. Машины долго стояли, завелись, в принципе, с полуоборота. Ну, одна там чуть-чуть не с полуоборота, но стояли они больше недели, наверное, и их не заводили. На удивление, в Фабии столько много блоков управления. Серым цветом много, вот отсутствует. Ну все, сейчас уже добиваем. Итак, что у нас получается? У нас получается две ошибки. Электроника двигателя, адаптация топливо-воздушной смеси, нагрузка и центральная электронная система электрооборудования, напряжение, тяговое КБ. В принципе, ну, ничего страшного. Давайте сделаем сброс ошибок. Сейчас она его удалит, и уже этих ошибок не будет. По электронике двигателя в основном у всех автомобилей есть такие нюансы, проблемы. Отчет мы можем сбросить на почту, подтвердить. Все, отчет отправлен. Мы, в принципе, несмотря на наши проблемы, дошли до общего консенсуса. Ребята все-таки автомобили забирают, все три автомобиля. В принципе, ребята ехали издалека, мы сказали полностью все, что есть по автомобилям. Мы как бы выполнили свои какие-то обязательства, чуть-чуть не досмотрели там с бензином, с мойкой. На этом мы немножко скинули, так как ребята все-таки забирают три автомобиля, и это мы считаем оптом. Мы двигаемся на очень хорошую сумму по этим трем автомобилям. По сути, мы продаем Лача за 4,5 в Лачете, Альмеру мы продаем за 4,5, и Фабию мы отдаем за 5,5. Это 14,5 тысяч. Подожми руки. Спасибо. Get it.